Добрый день, уважаемые выпускники, а также те, кому предстоит стать выпускниками через несколько лет. Сегодня будет интересная информация и для вас. Мы разберем второе задание в устной части ЕГЭ. Это условный диалог с целью получения фактической информации. Вот так выглядит само задание. Study the advertisement. You are considering going to the new bookstore and now you'd like to get more information. In 1.5 minutes, you are to ask 5 direct questions to find out about the following. Location, opening hours, kinds of books sold, electronic books, meeting with writers, and you have 20 seconds to ask each question. Из этого задания следует, что у вас будет 1.5 минуты на подготовку. 1.5 минуты на подготовку. Вам нужно будет задать 5 прямых вопросов. И у вас будет 20 секунд на то, чтобы задать каждый из этих вопросов. Давайте теперь познакомимся с критериями оценивания. Оценивается каждый из данных вопросов отдельно. Таким образом, максимальное количество баллов, которые вы можете получить, это 5 баллов. 1 балл вы получите в случае, если вопрос по содержанию отвечает поставленной задаче, имеет правильную грамматическую форму прямого вопроса, возможные фонетические и лексические погрешности не затрудняют восприятие. Давайте разберемся, что же такое отвечает поставленной задаче. Отвечает поставленной задаче по содержанию – это значит, что вы задали вопрос и коммуникация состоялась. То есть, если в первом вопросе у нас с вами было location, то тогда мы с вами будем задавать вопрос, ответом на который и будет являться местонахождение магазина. Что значит имеет правильную грамматическую форму прямого вопроса? Это значит, что соблюден обратный порядок слов, который требуется для прямого вопроса, и все глаголы согласованы во времени и числе с подлежащими, и естественно, что вопрос наш отвечает содержанию, поставленному в задании. Возможные фонетические и лексические погрешности не затрудняют восприятие. Что же это значит? Здесь возможны какие-то, да, фонетические и лексические погрешности, но они, тем не менее, не будут искажать смысл сказанного, а также возможные ошибки в артиклях и предлогах не будут изменять значение того, что вы хотели сказать. Следующее. Если же вопрос не задан, или заданный вопрос по содержанию не отвечает поставленной задаче, и или не имеет правильной грамматической формы прямого вопроса, и или фонетические и лексические ошибки препятствуют коммуникации, в таком случае ваш вопрос будет оценен в 0 баллов. Давайте вернемся к нашему заданию. Рассмотрим, что первым вопросом у вас будет вопрос на тему location. Давайте разберемся, какие же вопросы будут правильными в данном случае. Во-первых, прежде всего, вы должны помнить, что в первом вопросе вы должны обязательно упомянуть ключевое слово задания, а это было «the new bookstore». Обратите внимание, в каждом из предложенных правильных вариантов обязательно употребить в первом именно вопросе «the new bookstore». В дальнейшем вы можете заменить его местоимениями, но только не в первом вопросе. Итак, посмотрим первый вариант. «What is the location of the new bookstore?» Помним о том, что location – это у нас с вами существительное, и, соответственно, вопросительным словом к существительному является вопросительное слово what. Where is the new bookstore located? Здесь мы с вами задаем вопрос уже к обстоятельству места, и, естественно, вопросом будет where. Помним о том, что the new bookstore является существительным в единственном числе, поэтому будем использовать вспомогательный глагол is. Не забываем о том, что location мы будем использовать в данном случае как причастие прошедшего времени, то есть третью форму глагола в форме located. Синонимом этого вопроса будет являться вопрос where is the new bookstore situated? Вместо located используем situated. Вспомогательный глагол, опять же, остается тот же, как и вопросительным словом. Еще один из возможных вариантов – это «Could you tell me where the new bookstore is located?» Этот вопрос не является прямым вопросом. Это вопрос косвенный. Но
Косвенный вопрос будет приниматься только в том случае, если дальше, после косвенного вопроса, у вас будет прямой порядок слов. The new bookstore is located. Обратите внимание, что where в данном случае не является вопросительным словом. Следующий вопрос, который вам нужно будет задать, opening hours. Посмотрите на правильные возможные варианты. What are the opening hours? Здесь обязательно помните о том, что hours во множественном числе, поэтому нам нужен вспомогательный глагол are во множественном числе. Также не забываем о том, что opening hours нужно использовать с определенным артиклем в этом случае. Следующий возможный вариант – when are you open? Также допустим. Здесь помним о том, что you множественного числа всегда в английском языке, используем вспомогательный глагол are. Следующий вариант, который возможен в этом случае – when is the new bookstore open? Здесь у нас с вами подлежащее the new bookstore. Обязательно используем вспомогательный глагол в форме is, потому как это единственное число. Open, when is the new bookstore open, означает, когда открыт магазин, то есть время работы магазина. Но мы не можем задать вопрос, when does the new bookstore open? Почему? Потому что тогда этот вопрос будет значить, когда открывается магазин, а нам нужно задать вопрос к opening hours. Помните об этом. What time does the new bookstore open and close? Это вопрос, когда же книжный магазин открывается и закрывается. То есть мы с вами таким образом побуждаем ответить нам о том, какие часы работы магазина. Помним о том, что the new bookstore – это существительное в единственном числе, поэтому требуется вспомогательный глагол does. Следующий вопрос. Kinds of books sold. Здесь тоже возможны 4 варианта. What kinds of books do you sell? Например, помним о том, что you у нас с вами множественного числа, поэтому артикль используем do. Kinds of books у нас с вами являются определением к вопросительному слову what в данном случае. Возможны также варианты. What kinds of books are sold in the new bookstore? В данном случае kinds of books у нас будут являться подлежащим. И они продаются в страдательном залоге, используем форму are sold. Следующий вопрос. What kinds of books are available at the new bookstore? Также возможен, потому что задается вопрос о том, какие виды книг являются доступными в данном книжном магазине. Опять же, страдательный залог are available. Следующий вопрос. What kinds of books can I buy in your bookstore? Какие виды книг я могу купить в вашем книжном магазине. Здесь помним о том, что глагол can выступает в вопросительных предложениях перед подлежащим, которым в данном случае является I. Следующий вопрос – electronic books. Нам с вами нужно уточнить, продаются ли электронные книги в данном магазине. Поэтому возможные варианты вопросов такие. Does the bookstore sell electronic books? В данном случае подлежащим выступает the bookstore, в котором продаются электронные книги. Используем вспомогательный глагол does и глагол sell в своей первой форме. Следующий вопрос. Do you sell electronic books? Здесь уже подлежащим выступает you. Вы продаете электронные книги. И таким образом используем вспомогательный глагол do. Следующий вопрос. Are electronic books sold at the new bookstore? Продаются ли электронные книги в этом магазине? Здесь подлежащим выступают уже электронные книги, electronic books. Используем вспомогательный глагол are и третью форму глагола sell. Это глагол неправильный, соответственно, имеем форму sold. Итак, следующий возможный вариант. Can I buy electronic books at the new bookstore? Мы с вами используем модальный глагол can перед подлежащим I. Дальше buy electronic books at the new bookstore. Будьте внимательны, пожалуйста, модальный глагол всегда на первом месте перед подлежащим в вопросах. И последний из возможных вариантов. Are there electronic books in the new bookstore?
Есть ли вообще электронные книги в новом книжном магазине? Это конструкция «there is, there are» в своей вопросительной форме. Возможно, это самый простой вариант задать вопрос «electronic books». Следующий вопрос – «meeting with writers». Здесь тоже, возможно, несколько правильных вариантов. Рассмотрим правильные варианты. Do you organize meetings with writers at your bookstore? Организуете ли вы встречи с писателями в вашем книжном магазине? Итак, этот вопрос имеет подлежащим местоимение you, которое всегда в английском языке множественного числа, как вы помните, поэтому вспомогательный глагол будем использовать do, organize будет в первой форме. Meetings with writers at your bookstore. Не забываем указывать, где, собственно, должны состояться встречи с писателями. Следующий вариант. Are there meetings with writers at the new bookstore? Существуют ли встречи с писателями в этом книжном магазине? Опять же, конструкция there is, there are в своей вопросительной форме. На первом месте глагол are, дальше there и meetings with writers, подлежащее в данном предложении. И еще один вариант. Are meetings with writers held at the bookstore? Проводятся ли встречи с писателями в книжном магазине? Здесь у нас сам meetings with writers выступает подлежащим, поэтому соответственный вспомогательный глагол будет во множественном числе are. И глагол held – это неправильный глагол в третьей форме, глагол hold. Получаем are meetings with writers held at the bookstore. Надеюсь, что вам был полезен мой урок. Сегодня мы с вами, напомню, рассмотрели второе задание устной части по английскому языку. Жду вас в следующий раз на урок по третьему заданию. Желаю всем удачи на экзамене.